Идет женщина по улице, и в руках у нее сумка, и в сумке лежит булка. Женщина идет, поскользнулась, и упала булка прямо в грязь. Она стоит, смотрит на эту булку. Подходит мужчина и говорит: «Поднимите булку-то, она у вас упала». Она говорит: «Вы знаете, она вся черная, в грязи, а у меня язва желудка, и мне нельзя черный хлеб есть».